мы можем, я так думаю, мы можем сохранить стиль Агриппины Акне, потому что вот эти руки и ноги, которые двигались в гармонии, это сложно сейчас, не каждому педагогу удается. А систему повторить никто не может. Приякля как-то ко мне отнеслась очень, ну, с любовью, я бы даже сказала. У нее был юбилей, и я, как из младших классов, подносила ей цветы и подарок. И я подошла, значит, ну, естественно, вся дрожала, даю, и она наклонилась и говорит: «А в каком ты классе?» Я говорю: «В пятом». Она говорит: «Ну, тебя я еще успею поучить». И действительно, она меня поучила. То есть я у нее занималась в школе 2 года и 4 года в театре будучи. Причем у меня сложилась судьба поначалу не очень удачно, то есть совсем неудачно. Меня не хотели брать в театр, не хотел художественный руководитель. Но по настоянию Агриппины Яковлевны меня все-таки вынужден был взять. Она мне очень помогла морально в тот момент, когда я сидела в этом в глухом картоболете, она все равно на меня обращала внимание. Она была очень хороший человек. Я ее очень любила. И обыкновенно мы у нее всегда собирались дома на день рождения. Вот все балерины, мы что-то покупали подарок, приходили. Это было такое счастье. У нее был очень красивый дом. И она такая всегда была остроумная, очень интересная, Агриппина Яковлевна. Это педагог, конечно, великий. Потому что я не вижу такого педагога до сих пор и не представляю, как увидеть. Потому что то, что, чему она нас научила... Мы почти все, вот и Кургапкина, и Колпакова, они танцевали до 30 лет, я 29-28. Ну, столько лет для балерин танцевать «Лебединое озеро», «Легенда о любви», все делать новые спектакли. Это в таком возрасте, это уже труднейшая работа. Но за счет школы, я считаю, что мы все держались, конечно, благодаря нее. Я вас поздравляю. Не надо на камеру. Мне жалко с вами расставаться, честное слово. Спасибо. Вы очень расставаться. Вы очень способные. Я вас всех любил. Света, Ольга и Мария. Алеша и Андрей 5. Саша и Сергей 5. Наши государственные экзамены проходили тоже в этом зале. Ну вот Агриппина Яковлевна у нас на портрете. Она была точно такой же, когда входила в класс. На каблучках, с причесочкой, сюда подтянутая, топ-топ-топ, садилась в кресло и начинала нас. Мы ее очень боялись, очень. Просто, ну я не знаю, сейчас никто так педагогов не боится.
Все жались к стенкам, когда она шла по коридору.